Новошахтинский драматический театр традиционно принимает у себя в гостях всеми полюбившийся 13-й фестиваль школьных театральных коллективов «Красота спасет мир». Впереди три конкурсных дня, и членам жюри предстоит погрузиться в 18 спектаклей. Все постановки разного жанра и стиля, но посвящены одной теме – победа, которая в наших сердцах, в честь преддверия 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Первыми на сцену вышли учащиеся средней школы номер 1, актеры школьного театра «Ровесник», руководителем которого является Ирина Николаевна Ковалева. Постановка называется «Главный инженер» по одноименному произведению Леонида Пантелеева. Ну, слава богу, живы! Что ж вы так-то, сорванцы, а? Кто же зачинщик таких игр? Кто выдумал построить эту крепость или блиндаж? Как вы это называете? Юные актеры эмоционально были настолько убедительны, что невольно переносишься в те страшные годы в леса, в деревни, где звучат выстрелы и рев самолетов, где, кажется, так близко смерть и ужас. Членам жюри будет не просто выбрать обладателя призовых мест, а также лучшего исполнителя женской, мужской роли и режиссера года. Отдельно будет оцениваться афиша и программка спектакля. Насколько серьезно все школьные коллективы подошли к участию в этом фестивале. И есть даже авторские работы. Спасибо большое за то, что наши учителя вот так с большой ответственностью понимают, насколько важна эта тема победы. И спасибо за то, что вы учите наших детей, рассказываете им, и через постановки театральные еще даете возможность прикоснуться к этой теме, поучаствовать. Зрители могут повлиять на оценку членов жюри и проголосовать за наиболее понравившийся спектакль.